Ребята, а вы можете захватить шампанское и прийти сюда? А? Что? Возьмите шампанское, бокалы и идите сюда. Да. А остальные где? Где остальные? Позови девочек. Что ты жжешь? Ну что, позови девочек. Попроси принести бокалы. Может себе человек позволить раз в жизни? Что? О нем позаботились, да? Да. Девчонки! Поднимайтесь и возьмите бокалы. Апельсины тоже захватите. Ребят, апельсины тоже. О, спасибо большое. Класс. Можешь хоть последний раз сделать довольное лицо? Радостное. Даже наигранное подойдет. Представь, что это моя посмертная просьба. Никак, даже последняя просьба не можешь. Да. О, отлично. Все, давайте. Шампанское торжественно. Кто откроет? Ладно, давайте я. Дорогие друзья, я собрал вас по очень важному поводу. Потому что вы единственные люди, кто захотел меня навестить. Вы единственные, кому я еще хоть немножко нужен в этом мире. И когда... Давайте же бокалы. Хорошо. И когда я окончательно стану никому не нужен, и вообще ко мне никто не будет приходить, я буду это видео пересматривать, и у меня будет ощущение, что... Давайте. Я буду праздновать вместе с вами. Давайте выпьем за Новый год. За то, что вы пока что еще есть у меня. Что вы меня пока еще не бросили. Давай, Димончик. Класс. Все, это видео теперь можно когда угодно включать. И у меня будет ощущение, что вы друзья у меня. Вот. Это... Люди, которым не все равно. Пожалуйста. Не у всех у них такое настроение, как мне бы хотелось. Ну ладно уж. За вас. За тебя, Миша. За вас, ребят. О, какое вкусное шампанское. Класс. Ну все, мечта сбылась. Ты бы как, Димон, хотел отмечать Новый год на смертном одре? Ты хотел бы, чтобы люди сами о тебе вспомнили и пришли к тебе? Да, кстати, вот... Почему нам вообще вот это так важно всем, чтобы про нас вспомнили люди? В школе, знаешь, сами. Как ты заболел, и к тебе одноклассники приходят. Да, это так круто вообще. Да, причем они приходят каждый день и что-то новое все время, да. Реально? У тебя такое даже было? Да, у меня в классе так. Блин, ну у тебя круто было. Сначала стих какой-то читали, когда я лежал. Че, реально? Да. Да ты счастливчик. Потом торт испекли, представляешь? Реально? А ты в такой любви жил все время? Тогда мне понятно, почему ты такой добрый и счастливый. Такие подарки даже дорогие. Так ты как сыр в масле катался всю жизнь. Мне первый раз люди... Только неделю, пока болел. Меня первый раз люди навестили вообще за всю мою жизнь. Так сами приехали. Не так, чтобы я кого-то звал. Да, охренеть. Ты счастливчик. Торт, стихи. Знаете, я вам устрою смерть под забором. Хотите под забор? Ляжете, я буду последним человеком, которого вы увидите. Вероятнее всего, после этого обычно следует, типа, не совсем, а
всем поехал. И типа. Не, я, кстати, заметил, что девушки на какие-то резкие предложения реагируют гораздо лучше, чем на такие обычные и номенклатурные, типа, можно с вами познакомиться. Вот «Одинокая смерть под забором» круто. Ну, не знаю. Шампанское? Немножечко как такое приятное послевкусие. Класс, это у тебя тонкий вкус. Ты же очень глубокий человек. Да? Да. Класс. Она даже пришла и сразу на колени перед тобой. Я могу себя как характеризовать более точно. Сейчас. Безобидное, хрупкое с виду создание. Для эффекта брутальной неуязвимости. Осуждая на три высших образования. Матерюсь, будто три уголовных судимости. Это твои стихи? Не мои. Блин, жалко. Выдавай за свои. Говори мои. Мы все равно не проверим никогда, но мы будем тебя уважать. Я не могу, я уважаю там чужой труд, интеллектуальный. Я запросто плагиатю. Я завтра запросто ворую стихи, и часто Димон даже восхищается моими песнями, а текст не... А про супергероя ты сам написал? Про супергероя у нас был, короче, такой коллектив в Екатеринбурге. Суперода для супергероя. Да-да-да. То есть, например, если я мне подкатили, а я сказала, я не по улице. Не смейте подкатывать, сволочи. Вот сегодня ко мне подкатывать можно, и ты подкати ко мне. Вот это буля как бы. Ну, просто, например, в подкате в том-то и кайф. Дайте я выскажусь. Нет. Стоп, 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 стоп. Стоп, ид. В подкате самое крутое, это что ты можешь подкатить к человеку, который совершенно не готов к тому, чтобы ты к нему подкатывал, соблазнить его, поиметь и потом сказать «пошел». Но если человек говорит «нет, я не заинтересован или не заинтересован». А все равно будешь сосать. Держи. Че, блядь, за ущербный подход? Вот такой, блядь, ущербный подход. Будешь сосать, сучка. Блядь. И весом 200 кг. Он же сказал, что он нравится. Ласки. У меня почти... Ты можешь сыграть роль шкафины, которая ко мне подкатывает? Давай. Слышь, Дашку, юнош, ты сейчас же идешь со мной в мой номер? Или я тебя реально вот тут же к стаканам этим отхерю? Что надо сделать? Да подождите, я с удовольствием. Что делать? Круто, меня заводит. Куда вы пошли? Так вы что? Не сливайтесь! Так ты ж сказал, будь мужиком! Ты сказал, что ты по девкам. Был по девкам, но когда ты так мужественно подкатил ко мне и назвал шкуренышем и пригрозил убить, я возбудился. Давай дальше, что сделать? Куда идем? Куда идем? Чё? Давай прямо здесь это сделаем. Что делать? Говори, командуй. Будь мужиком. Чё ты сливаешься? Фуфло ты. Ты баба просто, а не мужик. Посмотри на себя, говно ты. Димон, вжарь ему. Димон, ну что ты... Не могу бить женщину. Это мужик двухметровый, посмотри на него. Он только что меня стаканом огреть. Грозился, что я с ним не пойду. Долбани ему за то, что эта сволочь слилась. Посмотри, вот правильно говорят, мужики пошли ныне. Посмотри, ты не мужик. Ты кусок дерьма, ты баба мокрая, ясно тебе? Становись раком. Я драть тебя сейчас буду. Мудила. Я таких, как ты. Только что показали, месье, ваш уровень внутренней культуры. У меня уровень еще ниже, раком становись быстро. Ваш уровень Марианская впадина. Это еще комплимент для меня. Так что там про творческий выплеск? Ну, ты все время говоришь, что я провел работу творческую большую. Надо отдохнуть. Все, и отгораживаюсь от людей. Но на самом деле ты просто во время... Этой работы ты отдавал себя людям, частичку себя отдал, поэтому... У меня не осталось ни частички себя, мне больше нечего вам... Но это какое-то очень облагораживающее видение меня. Да. Я вот не настолько... Мне кажется, я просто какой-то противный хрен, который... А почему тогда люди тянутся? Противным хреном? Ну что, какое тянутся? Приехали раз в год ко мне. Друзья. И то Дашка, он вообще... Ну, бывают неплохие люди, но в голове у этих людей куча хлама, из-за чего их могут ошибочно принять за противного хрена. Как ты считаешь, Дашуль, я противный хрен или классный чувачок? Ну,
человек, я бы не назвала противным, просто человек, у которого в голове есть хлам. И это все-таки его не делает плохим. Подожди, что значит, чем, мне кажется, хлам, у которого где-то в голове нет, то есть человек. Может быть, человек может быть хорошим, он может быть добрым и отзывчивым. Я такой? Но в голове у этого человека может быть много всяких вот этих наслаждений и захламлений. Мне сегодня одна женщина написала про меня ревью, что я выбрал маску шута, чтобы защитить себя от внутренней боли. Слишком уже она хорошо разбирается в этом. Что-то подозрительно. Какую маску она надела? Точно.